я делаю покупки только во время распродаж. И не только потому, что это экономия. А почему еще? Я вам рекомендую делать то же самое, воспользоваться нашим специальным предложением, потому что в обычных магазинах во время распродажи вам ни за что не продадут зимнюю вещь. А в нашем случае мы предлагаем вещи из текущей коллекции. Это зимнее пальто Александра. Ну что ж, это приятная новость. Пальто сезонное, зимнее, которое вы будете носить еще долго, уже скоро нужно будет искать что-то теплое. За 4799 рублей. Вы хотели обновить свой зимний гардероб, возможно, новое пальто приобрести? Смотрите презентацию внимательно. Итак, Зуля, 4799 рублей. За что? Ну, я уже догадываюсь, по-моему, вот дело все-таки в мехе, да, отчасти. Ну, обрати внимание, что цена у нас сегодня распродажная. Я много хожу по магазинам в силу своей профессии, но ни разу не встречала пальто по такой цене с натуральным мехом кролика, как в нашем случае. Первое, на что мы обращаем внимание, это натуральный мех кролика. Приятный такой, лоснящийся. Прям хочется его трогать и трогать. И кроме того, это пальто еще теплое. Это зимнее пальто Александра, который выдерживает температуру до минус 15 градусов. То есть наши модницы смело могут заказывать это пальто на всю зиму и не переживать за 4799 рублей. Давайте-ка проверим все-таки, почему это пальто так хорошо защищает от холода. Вопрос. Пальто, мы, конечно, обращаем внимание на цвет. Уже все устали от черных пальто. В нашем случае это серый цвет. Тоже, казалось бы, классический, но необычный. И, кстати, мех кролика, натуральный мех, он выполнен тон в тон с основой ткани. А это значит, что качество нашего пальто абсолютно безупречное. И сам воротник, кстати говоря, съемный. Мы потом вам покажем. Хотите, можете носить это пальто с воротником, а можно и без. Потому что это пальто, у нас есть еще один секрет. Тайна, которую мы готовы раскрыть сегодня, потому что распродажа. Это пальто прослужит вам не один, а сразу три сезона. Осенью, зимой, а еще и весной. Стоит убрать воротник с мехом, и, пожалуйста, весеннее пальто готово. Секунду. Я сейчас игралась с этим капюшоном, с этим воротничком. Он очень мягкий, он очень приятный. Неужели он еще и снимается? То есть, если холода отступили, мы можем модифицировать свое пальто под осень. Я тебя правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Этот воротник снимается очень легко. А еще здесь есть замечательный капюшон. Капюшон, да. Так. Капюшон тоже есть. Кстати, мех снимается, вы знаете еще для чего? Сняв мех, вы можете, получается, постирать его в стиральной машине, это пальто. Да, абсолютно верно. Постирать и более того, можете даже выжить. Но лучше при 400 оборотах. Объясню почему. Это ткань Дюспо, это ткань нового поколения, разработанная учеными. Здесь специальная пропитка. Здесь ткань, которая водоотталкивающая. Она не боится ни грязи, ни снега, ни дождя. Можете стирать ее. Это пальто, точнее его, это пальто отличное решение для зимы, для осени и для весны. Три в одном. Ну, послушайте, какая экономия. Экономия тройная. Во-первых, экономите на цене распродажи. Это раз. Почти, не почти, а больше 4000. Во-вторых, вы экономите на химчистках, потому что это пальто Александра можно стирать дома неограниченное количество раз, хоть каждую неделю. И в-третьих, вы экономите на доставке, потому что, как редко бывает, в распродаже обычно такие низкие цены. Но сегодня мы поставили эксклюзивное дорогое пальто на натуральном меху по цене распродажи за 4799 рублей. И на этот лот вы еще и получаете бесплатную доставку. Знаешь еще, почему я рекомендую как эксперт, как имиджмейкер это пальто? Так. Потому что оно длинное. Очень сложно найти пальто теплое и длинное. Да. У нас есть шубы, у нас есть дубленки, от которых мы все устали. Почему-то очень много укороченных моделей. Что происходит? Мы же живем в России, когда дождь, когда снег, когда ветер. Я вот тоже вопрос задаюсь. Вот, это теплое пальто на зиму, которое прослужит вам верой и правдой за счет того, что оно еще и длинное. А еще вы видите, на нашей модели у нас есть капюшон.
при этом у Лалик, вы видите, как, что капюшон можно использовать по двум вещам. То есть он отстегивается, здесь есть кармашки, огромное количество декоративных элементов. Пальто на молнии, молния при этом у нас двойная в данном случае. Снизу и посмотрите, сверху, да? У нас Лали 52 размера, но за счет силуэта пальто она выглядит очень стройной в нем. Хотя, поверьте, там есть еще одежда. Я вот смотрю на нашу Лали, я представляю себя, и вы представьте себя зимой на улице, а на вас теплое, длинное пальто, а у вас мех кролика возле лица. И вы ощущаете полный комфорт, вы ощущаете, как вас обнимает пальто Александра. Лали, покажи, насколько приятный мех, насколько теплый капюшон. Вот так вы будете выглядеть этой зимой. 4799 рублей. Лали, тебе комфортно, удобно в этом пальто? Мне очень нравится. И я вижу, что Лали нравится, и мне тоже очень нравится ее образ. Посмотрите, как выглядит это пальто сзади. Видите, кстати, что все выверено. Модель. Здесь еще декоративные элементы. Вот такая вот, даже не знаю, как назвать, вставочка. Клястик. Клястик, который тоже фиксирует и в данном случае стройнит. Он приталивает, даже сзади. Да, абсолютно верно. Мы создаем акцент, и в данном случае как бы получается, что мы чуть-чуть вытягиваем образ. Но и это еще не все. У нас здесь есть молнии, и на рукавах такой же декоративный элемент. Он в данном случае не функциональный, это просто красиво. А это значит, что дизайнеры, когда создавали это пальто, предусмотрели абсолютно все. И на рукавах еще есть такая деталь, как рибан она называется. Если вдруг снег, ветер, дождь, то вот такая фиксация с помощью резинки на рукавах, она нас абсолютно защитит от всех непогодных, каких-то неправильных условий погоды. Так неприятно, когда задувает ветер в запястье, да? Но еще более неприятно, когда задувает ветер снизу. Посмотрите, такая же рибана, вот я обнаружила ее здесь, внизу. То есть пальто будет немножечко как баллоном, да, сидеть на вас. И снизу никакой ветер, никакой снег вам не страшен. Посмотрите, это же 100% пальто для наших российских зим. За 4799 рублей. Вы шутите? Где вы найдете такую модель? С натуральным мехом вы не найдете нигде. Бесплатная доставка будет еще и дополнительным бонусом вам. Да, зимнее пальто с натуральным мехом кролика, с огромным количеством деталей, которые позволят чувствовать себя комфортно и удобно даже в самый дикий мороз, непогода, потому что пальто выдерживает температуру до минус 15 градусов. И обратите внимание на подкладку, потому что я всегда говорю, если вы хотите качественную вещь, обращайтесь. Обращайте внимание на подкладку. А я всегда говорю, если вы копите деньги на шубу или на мех, посмотрите на цену. У вас есть возможность взять сегодня пальто на зиму с меховой вставкой из воротник из меховой вставки за 4799 рублей. И ваша скидка более 4000 и бесплатная доставка ожидает каждого. То есть вы экономите еще до 1000 рублей. Успейте, это распродажа, пальто уйдет раньше, чем, к сожалению, некоторые успеют заказать его.